Делегация Республики Узбекистан во главе с председателем Верховного суда приняла участие в 16-м совещании председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в формате видеоконференц-связи. На совещании стороны отметили, развитие сотрудничества между Верховными судами государств-членов ШОС осуществляется в соответствии с Хартией ШОС, договором о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС и стратегии развития ШОС 2025 года. Участниками рассмотрен ряд актуальных вопросов, направленных на дальнейшую активизацию взаимодействия председателей Верховных судов государств-членов ШОС, а также по обмену опытом в этом направлении. Согласно повестке дня обсуждены вопросы сотрудничества судебной системы со СМИ. Делегатами также рассмотрены перспективы внедрения экстерриториального рассмотрения судебных дел, вопросы цифровизации судов и применения IT-технологий в процессе отправления правосудия. Представителями Верховного суда Узбекистана была дана информация о мерах, реализуемых по предупреждению и противодействию коррупции, а также судебной практике по рассмотрению коррупционных преступлений. Участники ознакомились с реформами по либерализации уголовного законодательства, в том числе назначение альтернативных видов наказаний и разработки механизма их применения. Территория ШОС занимает уникальное геостратегическое положение и на протяжении нескольких лет является своеобразным мостом, связывающим Европу, Ближний Восток, Южную и Восточную Азию. В связи с этим перед нами стоят актуальные и насущные вопросы, насколько стабильным и предсказуемым будет наш регион, как дальше будет развиваться региональное сотрудничество, какие общие проблемы и вызовы в сфере обеспечения верховенства права стоят перед нами. На совещании принято совместное заявление. Участники отметили важность продолжения содержательного диалога между верховными судами для развития судебных систем государств-членов ШОС, которые основываются на общепризнанных нормах и принципах национального и международного права. В соответствии с принятым итоговым заявлением, очередное совещание председателей верховных судов государств-членов ШОС состоится в 2022 году под председательством Верховного суда Республики Таджикистан.